Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу многофункциональный скрипт на BuildBot. А для этого нам, как всегда, потребуется чит. Я буду использовать в этот раз Espense. Ссылочка на него будет в описании. Скрипт, получается, находится в скрипт-хабе. Так что переходите по ссылочке, обязательно скачивайте чит. Потому что в другом чите вы не сможете активировать этот скрипт, так как его даже нельзя будет узнать. Вот, смотрите. Для того, чтобы нам заинжектиться, нажимаем Main. После этого Inject. Так, тут у меня антивирус вылез, ничего страшного. Так, все, ждем, пока мы заинжектимся. Все отлично. Тут тоже работает автоинжект. Так, теперь заходим в Script Hub. Нажимаем вот здесь GUI кнопочка. И, как видите, вот он появился. Тут очень много функций. Все, конечно же, показывать не буду. Только самые основные. Так, давайте с первого начнем. Значит, смотрите. Здесь есть автоматическое открытие сундуков. То есть, либо Common, Uncommon, Rare, Epic и Legendar. Ну, допустим, давайте откроем Legendar. Так, как видите, все работает. Он открылся. Все отлично. Так, также у нас, получается, есть выбор квестов. Можно выбрать квест. Ну, допустим, давайте вот какой-нибудь. Ну, Dragon долго, по-моему, проходить, если не ошибаюсь. Rings давайте выберем. Open Quest нажимаем. Так, заходим сюда. Так, и что нам нужно будет сделать? Я так понимаю, Rings это ring переводится. Но почему-то тут больше никого не вижу. Так, а другой сможем открыть? Не, пока получается этот не закончится, мы другой не сможем открыть. Вот, ну, я до записи видео проверял, короче, вот этот самый последний квест. Он, получается, активировался. Там нужно было забить, получается, мячик. Вот, я его забил и получил 50 монет, то есть 50 золотых слитков. И, короче, вот этот сам мячик. Вот. Ну, квесты тут работают, все активируются. Вот, можете проходить. Также Redeemed Codes. Давайте проверим. Ага. Мне дали 5 голды. Share Codes. Так. А это что такое? А, я в чат пишу. Нифига себе. Лол. Это типа коды? Или чё? Или спам, типа, для чата. Странно. Ну ладно. Так, идем дальше. Здесь у нас самые основные простые функции, которые вы все знаете. No Clip. Потом Walk Speed. Jump Power. Hip Height. Gravity. Fob. Kill Player. То есть можно убить игрока. Все, конечно же, не буду показывать. Давайте No Clip проверим. Так, значит, идем сюда. И, как видите, я через стену не могу пройти. Нажимаю на N. И, как видите, все работает. Вот. Потом скорость тоже работает. Прыжок тоже. В принципе, не буду показывать, где мне тратить. Вот. Ну, сами сможете проверить. Идем дальше. Телепорт. Тут можно телепортироваться, получается, на любую зону, куда вы хотите. Допустим, вот на Реали Red Zone. Как видите, я тпхнулся. Это получается зона красных. Типа красной команды. Потом нужно на белую команду тпхнуться. Как видите, телепорты работают. Вот. Также, получается, здесь можно бить игроков всех. Я, конечно, до конца не понял, как эта функция работает. Но вы сюда тпхаетесь, скорее всего, ждете, пока сюда доберется какой-то другой игрок, и вы его как-то убьете. Вот. Ну, я ждать не буду, потому что это время. Вот. Вы вполне сами сможете проверить. Так, давайте умираем. Так, что тут у нас еще есть? Также тут тоже какие-то зоны. Но я на них почему-то тпхнуться не могу, как видите. Либо что-то нужно сделать перед тем, как туда тпхнуться. И фан тут получается у нас типа флай есть. Тоже, в принципе, нам знакомый всем. Отключить, кстати, к сожалению, его нельзя.
Invisible, это получается невидимость, я так понимаю. Так, на X надо нажать. Respawn мне пишет. Давайте сделаем reset. Так, и сейчас проверим. Ну-ка. Так, на X нажимаем. Ну, респаунинг. Или ждать, пока он сам зареспаунится. Ну ладно. Ну, в принципе, вот на этом все. Здесь у нас получается, я так понимаю, ага, типа юла. Короче, можно будет крутиться, как видите, вот так вот. Только не знаю, для чего это сделано. Вот, ну, в принципе, прикольная штука. И также дострой GUI, то есть можно полностью закрыть этот скрипт. Вот. Но потом вы его не откроете, нужно заново будет активировать. Ну, в принципе, на этом у меня все. С вами, как всегда, был Эйсбан. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.